Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде я уже наконец-то достроил свой рыбацкий домик на берегу моря. Сейчас я как раз туда слетаю, ну, в смысле, телепортнусь. И я как раз думаю, можно... Я думаю, как раз можно начать вылавливать покемонов с помощью удочки. Рыболовля на покемонов. Так. Это выросло уже или нет? Ладно, пока что. Пускай еще порастет. Сейчас. Что нам нужно? Пока я вот это все поскладываю, что нам сейчас не нужно? Вот этот весь хлам. В принципе, вот так, чтобы потом сделать себе... вот те как раз ботинки, с помощью которых можно быстро передвигаться. Итак. В принципе, да, вот пускай будет вот так. У нас, да твою же, у нас компьютера нет. Чё так? Ладно, все, сейчас уже думаю, как раз можно пойти. Так. Сначала пойдем и сюда. Да, вот сюда. И идем мы в компьютер. И положим мы нашего легендарного покемона в компьютер, Артикуна. И возьмем... пускай будет... Кого бы взять? А еще, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как эволюционирует execute с помощью камня какого-то, листвы вроде, или же с помощью уровня. Я не помню, есть ли он у нас. Вроде нету. Да, его у нас нету, так что напишите действительно, как он эволюционирует, как он прокачивается вообще, вот этот покемон execute. Вторая эволюция экзекьютора, как ее можно сделать с помощью камня или же с помощью прокачки обычной. Так, сейчас. В принципе, возьмем Чинчоу. О, это водный покемон, мы его словили вроде в прошлой серии. Прикольный покемон. Я не знаю, как он эволюционирует и есть ли вообще у него эволюция. Ну, посмотрим. Так, сейчас. Компьютер. А, вылечить бы наших покемонов. Хотя они вылечены. Хотя Чинчоу не вылечен. И лечим наших покемонов. Отлично. И сейчас мы идем рыбачить. Да. И мы идем рыбачить. Ух ты! Сайтер, я тебя видел. Я тебя видел через непрогруженные текстуры. Даже не думай куда-то уходить. Сайтер, я тебя слышу. Сайтер. Сайтер. Вот он ты. Так, как бы тебя... И чтобы не убить, но чтобы не очень... Вот, нормально ты его ударил, Чаризард. Сейчас мы пытаемся его словить. Такого покемона у нас еще нету. Ну, в смысле, Сайтера у нас еще нету. О, ну я что-то чувствую... Не словим мы его. А! И чтобы не убить. Убили, твою мать. Ладно, тут еще есть один. Вроде. Да, еще один есть. Ба! Убили. Ба-бам-бам. Так. Гхост! Ух, нифига себе, ты чё, призрак?
Чего? Призрачный удар, электрический удар и водяной удар. Это что такое? Ух ты, как ты его дубанул. Во, теперь я буду знать, что это у тебя за отличный удар. Вот тот конфьюз. Он не сразу наносит удар, а как ты его кидаешь, то он наносит удар только в следующем раунде. Ну, вот эти сайтеры, вот этот бесит. Ну, сколько раз я уже пытался вот словить и этого сайтера. Что-то не хочет он ловиться. Вот. Я уже на него использовал, хрен его знает, сейчас 5 ультраболов будет. О, Сайтер, твою мать! Короче, иди ты нафиг. Ну. Ух ты, наконец-то! Мы словили Сайтера. Да ну нафиг. Сдуреть можно. Ты словился. А, ладно. Скушаем мы яблочко. Так, сейчас. Мы, конечно же, будем идти рыбачить, но перед тем я выкину вот это все, что нам не нужно. Так. Или... Да, пойдем мы все-таки дальше. Что это там за покемон в воде был? Или мне показалось? Ладно. Сейчас. Че я хотел? Че я хотел? Че я хотел? Ну, это сюда, конечно же. Сундук. Мы это все сложим, чтобы не мешало. Да, пускай пока что вот это все будет вот так. Или пока. А, нет, вот так пока что я сделаю. Ща, 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 ща. Вот так. Отлично. И сейчас мы пойдем, дорогие друзья, рыбачить. Ха, сейчас мы посмотрим, что тут за покемоны будут вытаскиваться. Все, рыбачим. Опа, Magikarp. Задрал. Дальше. Не, не, сейчас, ну, в принципе. Вот так. Ну, давай, давай, ловись там, покемон. И большого уровня. Хотя, конечно же, лучше большого уровня. Уже сейчас ночь будет. В принципе, можно пойти поспать. Так, ладно, слушаем, когда будет тянуться. Ну. Тут нету никаких покемонов за спиной. И никто пока что и не ловится. Ну. Ты будешь ловиться, нет? Какой-то покемон хотя бы. О, Белспроут или кто там? Да. О! Опять Magikarp, да ты дебил! Этот Magikarp задрал. В смысле, не дебил, но просто Magikarp 5 уровень. О! Спасибо. Так, и смотрим иногда вот так, может действительно кто-то и за спиной заспавнится. Опять кто-то. Тентакул, 29 уровень, отлично.
Вот сейчас более-менее нормально, хотя бы вытащили. Вытащили. Вот так, да. О, мы уже две рыбки выбили с карпа. О, опять кто-то, опять Magikarp. Еще две рыбки. За спиной кто-то заспавнился? Нет. Так, я думаю, лучше идти поспать. О! Пулевак! Ух, нифига себе, мы пулевага вытащили. 16 уровень. Ну, он у нас есть, так что... Убиваем. Я вообще, ну смотрите, я вытащил пока что только три вида покемонов. Это Magikarp, пулевак, еще какой-то там. И все? Гол, ну, и вот этот, Golden. Или как он там? Golden, или что-то такое. А, например, Лапрос, который обитает в воде. Или этот же Чинчоу, которого мы словили в воде. Ну, и Тентакул, да, еще и Тентакул мы его словили. И Дратини, да, прикол, если бы мы вытащили Дратини или Драгонейра. Опять Тентакул. Или, например... Или Драгонайт, это вообще последняя эволюция Дратини. Ну, если бы мы вот так вытащили Дратини, это бы отлично было. Мы бы ее вот так убили. И, в принципе, она бы еще нам и алмазы. Ну, если бы мы вот так словили Дратини, если бы мы ее убили, то с нее выпали бы еще и алмазы, да. Ну что-то в не очень большие уровни вытаскиваются. Пулевак, 15 уровень. А. Ладно. Ну, в принципе, это отлично, что удочка как бы не ломается. Вы заметили, что я уж сколько уже вытащил покемонов, а она еще даже прочность не потеряла. Ни чуть-чуть вообще. О! Ух ты! 32 уровень! Офигеть! Значит, иногда вытаскиваются и одни покемоны, и другие, смотря когда как. Так. Ловим, ловим, ловим. О! Пулевак, 23. Извините, дорогие друзья, я случайно стукнул микрофон, случайно задел его. Если очень там громко было, то извините. Извините, действительно. Так, извините. Нет, не извините. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, извиняюсь, пулевак, случайно тебя убил, да, случайно. Это что там такое? Опять Сайтер? А вот мне интересно, это Сайтер обычный Сайтер или это Сайтер босс? Потому что он как бы зеленый, а на расстоянии ты не узнаешь там, зеленый это как Сайтер обычный или зеленый это как... Покебосс. Нет, это обычный Сайтер. Обычный. Да. Ну, в принципе, пофиг, на тебе прокачаться тоже можно. Чё? Танжел? Тангела? Или как он там? Ну, 31 уровень, нормально. Убить тебя можно. Ну, да чё ты покемона так долго меняешь? Ла-ла-лам, во! Чё так долго думал-то, Сайтер? Всё, убили мы его. Сейчас мы сбегаем быстренько домой. В смысле, в наш второй дом. И, ну, пока что и поспим.
Ой-ой-ой, поспим. И вылечим наших покемонов. Ну, так, вылечили. И сейчас мы опять пойдем вот сюда, дальше рыбачить. Фу. Так. Никого там нормального сзади нет. В смысле каких-то других покемонов. Вот, Чинчоу. Чинчоу. Так. Ну. Ты будешь ловиться? Нет? Давай, 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 давай. Хоть кто-то. Ловись. О. Пирс. Как прямо так. Прямо так на глазах как-то заспавнился. Пирсин. Как он там называется? Ну. Ловись уже кто-то. Опять тентакул. Ты что, издеваешься? Зато прокачали 3 уровня нашему зубату. О, еще кто-то клюет. Пулевак 22. Убили. Так, сзади никого нет. Пока что нет. Ладно. О, опять кто-то. Голден, 32-й. Отлично. Ну да, как-то. А сейчас еще вообще не будешь попадать? Во, отлично. Во, зубат уже 12-й уровень. Продолжаем рыбачить на покемонов. Это вообще прикольно. Действительно, очень круто придумано, что специальная удочка для покемонов. И на конце удочки как бы покебол, которого можешь вот так словить какого-то покемона в воде, и потом вытащить его и, или сражаться с ним, или словить. Ну, короче, вытаскиваешь покемона с воды. И рыбачишь так же, как и обычно на рыбу. Ну, просто, ну, в смысле... Закидываешь удочку, рыбачишь обычно на рыбу, но попадается покемон. Можно вот так рыбачить на покемонов. Это действительно очень прикольно. Мне очень нравится, что вот так сделано, что можно рыбачить на покемонов. Вот так закидываешь удочку и вытаскиваешь. Ну вот только то, что 4 вида покемонов я пока что только вытащил. Тоже Чинчоу или кто там еще может быть в воде. Еще может кто-то. Старью, вот, старми, старью. Вот, вот он тут как раз плавает. А вытаскиваем мы только Мэджикарпа, да? И еще, например, кто может быть в воде? Ну, Лапрос тот же, например. Сидра. Или как она там называется, да, Сидра, первая эволюция, не помню. О, кто-то, Поливак. Убили. Дальше рыбачим. В принципе, зубат уже 12 уровень. Ну... Вот кого бы я хотел, это Тутодайла или Пуплипа, или как он там называется, вот того, как его там, того
пингвинчика такого маленького, которого я нашел, но не словил, потому что убил его вроде случайно, да. Ну? Кто-то будет ловиться, нет? Давай еще один покемон и хватит. Так, сзади никого пока что. А, все, да ты уже клюнул, я что-то даже не заметил. Так, ладно. Не, думаю, на этом, дорогие друзья, можно, в принципе, закончить. Вот тут, в принципе, это была такая рыбацкая серия. Попытались мы вообще словить каких-то покемонов с воды, но вытащили только 4 покемонов, ну, 4 вида или 5. Кого я там слышал? Или Венунат, или Мью. Венунат, что-то мне послышалось, Мью или что-то такое. Да, Венунат. Да, итак, дорогие друзья, давайте 10 на этом закончим. Закончим вот этот эпизод, и в принципе в следующем эпизоде я себе сделаю ботинки, те, что быстро бегают, и в принципе продолжим путешествие. Может, рыбачить мы уже, наверное, пока что сейчас не будем, а только вот в этой серии порыбачил, а наверное полетим мы куда-то туда, я там вроде видел какой-то материк, и в принципе поохотимся еще на каких-то покемонов. Итак, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!